Днями Дніпропетровський історичний музей поповнила нова колекція експонатів – речі, які пролежали в землі 60 років. Усі вони – спадок Другої світової війни. Чи так вони потрібні сьогодні і кому саме? Яка користь від таких пошуків? Чи багато ще таких речей ховається на полях і наскільки вони цінні? Про це сьогодні будемо говорити із гостем студії. Знайомтеся, це Ярослав Жилкін, голова Всеукраїнського об'єднання «Союз народна пам'ять». Добрий вечір. Добрий вечір. І нам стало звісно, що просто сьогодні ви вступили в нову должність. Вас назначили відповідальним секретарем Державної міжвідомчої комісії «Права увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій». Це да, правда? Так, да. Ми вперше приймаємо вас в цій должності? Ну так, да, виходить, так вийшло, що ви перші. Ну тогда я вас поздравляю, конечно же, и объясните, что это даст вам. Это больше каких-то возможностей, возможно, финансирования, полномочий для выполнения ваших задач. Ну, на самом деле, есть, конечно, повод радоваться. Почему? Потому что впервые за историю независимости Украины представлять такой важный орган, как Государственная межведомственная комиссия по вопросам увековечения памяти павших в годы Великой Отечественной войны, будет представлять как раз ваш покорный слуга, это представитель поисковиков. Поэтому это уже отрадный факт, это представитель общественности будет как раз координировать эту работу. Поэтому я очень надеюсь на поддержку и поисковиков, очень надеюсь на то, чтобы, на то, что удастся воплотить наши общие планы, задачи и, наконец-то, внести в ясность в этом нелегком задаче. Какой именно нелегкой задачей занимается Союз народная память? Ну, Союз народная память в прошлом году учредился. Это была инициатива поисковых организаций. Одна из них – это поисковая организация ИПО «Поиск Днепр», которая базируется в Днепропетровской области. Родилась такая идея среди поисковиков, и мы создали Союз народной памяти. Это всеукраинское общественное объединение поисковых организаций. Включает всего в себя 18 представителей 18 поисковых организаций по регионам нашей страны. И призвана для решения задач на уровне государства. Почему? Потому что в последнее время, к сожалению, надо отметить, что не было никакого взаимодействия между общественными организациями и органом, который должен был это все урегулировать. Угу. Это Государственная межведомственная комиссия. Мы пришли с инициативами, которые поддержали. К счастью. А вот именно вы, в общем-то, 60, уже больше 60 лет до войны, после войны, вы молодой человек. Почему именно вы занимаетесь этим делом? Почему такой интерес к этой теме? Вы знаете, для меня война это совсем недалекая. Она, как и многие другие семьи, не прошла стороной мою семью. У меня один дедушка получил Героя Советского Союза под Курском. Второй пропал без вести в первые дни войны на территории Литвы. И поэтому мне абсолютно не безразлична судьба и остальных пропавших без вести солдат. Я, насколько я знаю, в процессе нашей работы, как много людей обращается с просьбой разыскать их родственников, разыскать хоть какую-нибудь весточку, вернее, хотя бы попытаться разыскать то место, где он погиб, для того, чтобы иметь простую возможность человеческую, для того, чтобы положить туда цветы и узнать эту судьбу своего родственника. Я нагадаю нашим глядачам, ми у прямому ефірі 370-3101, це прямий телефон студії. Якщо у вас є питання до нашого сьогоднішнього гостя, будь ласка, ми чекаємо, задавайте. І я знаю, що 20 марта ви передавали історичному музею некоторі експонати, велике кількість експонатів, от дуже велика колекція, да, якщо це так можна назвати. Наша журналіст Анна Мандрикіна побувала на цьому событі, у нас є небольшой фрагмент, давайте посмотримо і продовжимо бесіду. Пожалуйста. Минулий рік видався вдалим. 8 пошукових груп працювали над знахідками. Результати, кажуть, перевершили всі сподівання. Завдяки спільної роботи нашого музею і пошуку Дніпро вдалося встановити імена декілька воїнів, які загинули, і таким чином рідні узнали, де вони загинули і де сьогодні знаходиться їх могила. Тому от таку справу треба розглядати перш за все як нашу шану перед тими, хто
воював. І я хочу нагадати фразу, що війна закінчиться тоді, коли похований останній солдат. Особливу цінність, кажуть музейники, представляють особисті речі солдат, які брали участь у форсуванні Дніпра. Саме по ним більшість воїнів вдалося впізнати. До музею також потрапив шиток протитанкової пушки, яку подарували комсомольці бійцям Північно-Західного фронту. Близьких деяких загиблих солдат, кажуть пошуковці, теж вдалося знайти. Пошук Дніпро планують запросити їх на перепоховання останків загиблих родичів. Вот прозвучали такие слова только что: война закончится тогда, когда будет похоронен последний солдат. Наверное, это случится не скоро, да, потому что огромное количество людей, пропавших без вести, еще остаются таковыми. Так это? Или все-таки возможно на сегодняшний день завершить войну, следуя этим словам? Я искренне уверен, что в нашей обязанности, святой обязанности, именно как раз сделать все возможное для того, чтобы приблизить этот день. Наступит ли этот день, я не уверен, конечно, но мы должны приложить максимум усилий в этом вопросе. Почему? Потому что люди отдали за нашу с вами жизнь, за право нас с вами жить. Угу. Самое дорогое, что у них было, это свою жизнь. И мне кажется, это достойно. То есть каждый день пребывания на этом фронте, это был уже подвиг. Угу. Поэтому мы обязаны все приложить усилия. Я думаю, что это очень нелегкий труд. И вот поделитесь, какими трудностями вы сталкиваетесь вот в вашей ежедневной работе? Потому что результат, он отличный. Мы все это показали, мы все это увидели, да. Есть такой вот хороший результат. Но будни каковы? Ну, будни, реалии, конечно, суровые. Почему? Потому что это катастрофически. Я буду говорить, наверное, от лица всех поисковиков всей Украины. У нас катастрофическое недофинансирование. Ну, скажем так, практически никто не получает финансирование, за исключением двух-трех областей. Ну, в трех. Наше государственное финансирование. Да, государственное финансирование. Как правило, это происходит в трех областях. Это Львовская, это Донецкая и вот наша третья программа, это в Днепропетровской области. Пускай небольшие деньги, но все равно эти деньги, они предусмотрены бюджетом. А на самом деле другие области, к сожалению, не избалованы вниманием властей. Большие проблемы возникают на уровне местных властей в тех или иных областях. Они не осознают, немножко недопонимают важности этого момента, что такое именно увековечивание памяти. На мой взгляд, мы делаем от себя все возможное для того, чтобы донести до них важности тех или иных, принятия этих областных и районных и государственных программ. В частности, вот в Умане мы недавно приняли участие в круглом столе, знаменитый Уманский котел, где попала в окружение 6-я армия, и там большое количество наших солдат попало в плен, где они, к сожалению, все сгинули в результате голода и болезней. И вот на уровне, вернее, на этом круглом столе мы повлияли, скажем так, на местные власти для того, чтобы ускорить процесс принятия областной программы, городской программы. А какие-то частные, ну, инвесторы, сюда слово не подходит, да, вот желающие помочь какими-то своими средствами, они вообще существуют в Украине, и есть ли они у вас? Ну, нам по пути попадается много таких людей, которые неравнодушны. К счастью, ну, не к счастью, а я еще раз повторю, наверное, каждую семью эта война оставила, в каждой семье эта война оставила свой след. И поэтому равнодушных людей практически не встречается. И каждый на своем уровне пытается оказать какую-то помощь. То ли предприниматели, кто-то водой, кто-то продуктами. То есть, слава богу, таких людей хватает. Ну, надеюсь, будет еще больше. А как вы объясните, вот именно три области вы назвали, почему именно они все-таки удостоились такой чести бюджетных денег, хотя бы небольших? Почему к другим, ведь война проходила на территории всей Украины? Ну, это является как раз проблемой, в которой мы вот пытаемся сдвинуть это все с мертвой точки. Потому что, еще раз повторю, местные власти не всегда понимают саму проблематику. А для них, вот некоторые области приезжаешь, они говорят: да у нас тут все похоронены. Ну, на самом деле, мы знаем факты другие, на самом деле не похоронены, а люди, солдаты, вернее, остались в полях, в этих ямках, блиндажах, окопчиках, вот так присыпанные землей, на них часто культивацию проводят, и эта культивация, скажем так, ну, в общем, некрасивая картина, особенно когда местное население, та же детвора ходит по посадкам и видит разбросанные останки солдат. Мне кажется, о каком тут патриотизме можно говорить, если государство не заботится о своих павших. А как же быть в том случае, если вот действительно земля в каком-то частном владении, да, и у людей там могут быть и огороды, и там, ну, не знаю, земля в частном владении. Как быть тогда? Вы ведете там работы, люди тоже где-то, наверное, пострадают от этого.
возможно? Ну, как правило, мы находим общий язык. В частности, мы вот в Софиевском, если районе брать, или Днепропетровской области, у нас степная зона, и практически 90%, наверное, всех площадей находятся под посевами. Uh-huh. Там, где как раз бои проходили. Ну, мы решаем в частном порядке с каждым фермером. Они, к счастью, идут навстречу, они относятся к этим с пониманием. Ну, приходится, конечно, учитывать их график посевных, уборочных. Почему? Потому что, вот, в частности, за прошлый год, как опыт показал, мы взяли дозвелы на территорию 400 гектаров, а отработали всего лишь 20% этой территории. Потому что остальная территория, ну, мы не успели ее обработать, потому что слишком короткие временные промежутки между посевной и сбором. Ну, между этими... Потому что зимы, там потом следующий посев идет. Вот на тех территориях мы успели только 20% отработать. Ну, а на частных территориях, в домах, ну, как правило, не встречаем никаких, скажем так, осложнений. Всегда с радостью мы, когда идем, опытываем свитки местного населения, то нам показывают без каких-то замешательств, дают, вот здесь солдатик прикопан, там еще. То есть мы собираем эти сведения, получаем документы. В результате у нас проводится поисковая работа. А действительно много солдат вот во дворах у людей похоронены? Очень много. Существовала государственная программа в 50-х годах, когда... Централизованно пытались эти все останки эксгумировать для того, чтобы перезахоронить или подзахоронить под существующие братские могилы. К сожалению, работа часто это проводилась формально. Точных данных нет, и мы довольствуемся теми картами или теми документами, которые попадают нам в руки. И могу с уверенностью сказать, что очень, ну, скажем так, большинство могил или временных захоронений, или санитарных тому сохранений по сей день находятся на тех местах, которые во дворах, это буквально на школьных майданчиках, это на территории больниц существующих. То есть они до сих пор покоятся там. Часто под землей уже, под какими-то строениями. Есть у нас вопрос зрителя к вам. Да. Послушаем. Да. Пожалуйста, добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Вопрос, состоящий из двух частей. Первый вопрос. Ваше отношение к творениям Виктора Суворова. Вы поняли, о чем я речь веду. Да. И второе. Как вы относитесь к останкам, ну, к могилам румын, немцев, венгров, которые точно так же простые люди полегли на нашей земле. Что вы делаете, ну, когда доходите такую могилу? Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Я, наверное, с первой части начну. По поводу Суворова, так называемого историка, мое личное отношение к нему крайне негативное, мягко говоря. Почему? Потому что есть вот такое выражение, не помню, кто его сказал, говорит, хочешь уничтожить нацию, уничтожь ее язык, культуру и историю. И ты эту нацию уничтожишь. То, что он сделал для своей бывшей страны, пускай, наверное, непоправимый урон, наверное, вся гитлеровская Германия столько не сделала. Он поставил самое дорогое. Это под сомнение саму память подвига нашего народа. Почему? Потому что начал объяснять, что это была бездарная война, и мы вообще первые хотели. То, что в свое время Геббельс пропагандировал и объяснял, ну, тоже Гитлер объяснял, почему напали на Советский Союз перед своей нацией. Потому что Советский Союз планировал первую. Ну, это абсолютная ложь. То есть это абсолютно не выдержит никакой критики. И, к сожалению, это подхватили многие другие историки, начали в этом копаться, пытаться что-то... На самом деле, абсолютно дело... Ну, это не мое, я не историк. Но я много увлекаюсь этим материалом, я много читаю. И много фактов, которые свидетельствуют как раз об обратном. То есть наша страна, ну, наша бывшая страна, Советский Союз, не была готова к той войне. И никто не собирался нападать. Иначе зачем минные поля было устанавливать? Перед нападением, наоборот, минные поля снимали перед наступлением своих же войск. Поэтому многие факты. Это только один из фактов. Таких фактов очень много. Ну, это ваше отношение, да? Да, это мое личное отношение. А вот как быть с захоронениями иностранных? По поводу иностранцев. Мы, когда выходим в поля и осуществляем свою разведку, полевые работы, мы же не знаем, кто находится. Мы находим немецкие позиции, находим советские позиции, ячейки, временные отходы, блиндажи. И кто там находится, нам неведомо. Поэтому при обработке материала, при изучении данной местности, мы определяем уже на месте после вскрытия того или иного, не захоронения, а нахождения останков тех или иных бойцов тех или иных армий. Мы фиксируем и определяем по определенным признакам принадлежность той или иной армии. Это могут быть и немцы, это будут чаще всего, конечно, наши бойцы. И когда мы идентифицируем, что это немцы, мы, естественно, связываемся с Народным Союзом. Мы, скажем так, одинаково относимся ко всем останкам. Будь то румыны, будь то венгры, будь то немцы. Почему? Потому что
они, даже если были в чем-то виноваты, они уже искупили свою вину своей кровью, своей жизнью. Угу. Поэтому мы относимся с одинаковым трепетом ко всем. Поэтому в рамках международного соглашения у нас есть, работает такой немецко-украинский союз, который занимается как раз перезахоронением немецких и солдат и их союзников. Поэтому мы связываемся с ними и передаем останки им. Это дальше их забота, они там регистрируют, там делают на своих объединенных кладбищах, сохраняют дальше. Вот сегодня в Украине слово «патриотизм», ну я не знаю, как сказать, не модно уже, наверное, да, не настолько острый это вопрос, как во времена Советского Союза. А что для вас вот патриотическое воспитание, не знаю, подрастающего поколения, молодежи, нужно ли это, нужно ли на основах этих воспитывать детей? Ну, вот как раз именно то, чем мы занимаемся, мне кажется, таит в себе огромный потенциал как раз в патриотическом воспитании. Я могу привести только один маленький пример. Это вот когда мы проводили опыт проведения вахты памяти, я пригласил представителей школьников трех школ. Мы привезли их на место памяти. Они жили там три дня полноценной полевой жизнью, жили в палатке, возле костра грелись, полевой кухни попробовали. Естественно, работали в полях, там работали со свидетелями событий этих. Вы бы видели их глаза. Они совсем поменялись. Они уехали туда совсем иными, скажем так. Если они туда приехали как туристы, то уехали они уже поисковиками, практически готовыми. И они по-другому совсем стали относиться к этой истории. То есть это я слышал, не перед камерой не говорили. Это они говорили уже в процессе общения. Вы знаете, очень огромное удовольствие получаешь от результатов этой работы. А это, опять-таки, мне не безразлична судьба подрастающего поколения, потому что я являюсь отцом троих детей, и мне совсем... Не безразлично вообще патриотическое воспитание. Я считаю, как раз героическое прошлое наших отцов – это как раз тот цемент, который может сплотить нашу нацию. Если бы мы понимали, насколько, если бы все, наверное, не понимали, какие трудности испытали наши отцы, и гражданские люди, и те, которые воевали на полях. Наверное, вот эти все негоразды, вот эти все жалобы наши, они бы, наверное, показались им какой-то машиной вознёй. На самом деле, это мелкие, ничего не значащие проблемы. По сравнению с теми проблемами и с тем ужасом, который они испытали. Ну вот смотрите, деток маленьких, да, младшего школьного возраста, ну, мне кажется, их легче направить, да, и легче убедить. А студенческая молодежь принимает участие в ваших работах, вообще имеет интерес к вашей теме? У нас уже довольно-таки все чаще и чаще, благодаря вот и телевидению, мы вот чаще стали упоминать о себе, чем занимаемся, преподносим себя вот с этой стороны. И чаще стали обращения как раз и от молодежи, представителей молодежи, так называемой, студентов, которые записываются к нам в организацию, идут на полевые работы волонтерами и работают наравне со всеми. И очень замечательные ребята. Давайте еще послушаем вопрос один. Есть время, хорошо, заканчивается наш. Пожалуйста, добрый вечер, слушаем вас. Ваш вопрос. Нет звонка. Пока нет, во всяком случае. Еще такой вопрос. Вы очень много ездите по Украине. Оцените, пожалуйста, состояние памятников, каких-то комплексов, да, мемориальных, которые сегодня существуют. И хватает ли их или нужно еще? Вы знаете, хватает ли их? Мне кажется, да, было бы... Понятно. Ну, давайте не трогать Ленина, бог с ним. Хотя бы давайте приведем в порядок те, что есть. У нас на самом деле никогда не проводилась ревизия самих мемориалов. У нас часто мы это превращаем в видовлопоклонничество, потому что могилы сами иногда, ввиду того, что бесконтрольная какая-то реконструкция этих памятников была, могилы находятся вообще в ином каком-то месте, а сами камни и плиты находятся в другом. И поэтому мы уже кланяемся не могилам, а каким-то там идолам. Это одна из проблем. У нас полный хаос в том, что на сами надписи очень много ошибок. Много имен бойцов не отображено. Ну, скажем так, для примера, есть мемориал, в нем захоронено, указано, что 600 человек, на самом деле более полутора тысяч. И более того, что эти полторы тысячи не в одном месте лежат, они разбросаны по всей территории и часто уже не попадающие в природу, в территорию охраны памятника, комплекса. Это тоже есть проблема. И часто мы сталкиваемся с такой проблемой, когда работаем, находим бойца, находим, идентифицируем его, мы с радостью, вот еще один неизвестный, оказывается, он отображен в 2 километрах, в другой вообще, в могиле, в братской могиле, он там учтен, что он там покоится.
Поэтому проблем очень много. Я уже молчу про сохранность этих памятников. Те, которые поближе к Красной дороге, к каким-то крупным райцентрам, они более-менее выделяются средства для их ремонта, поддержания в надлежащем виде. А те, которые в глубинках, и поверьте мне, это ужасное зрелище, и, конечно, с этим что-то надо делать. Мне кажется, это государственная должна быть программа. Будем надеяться, да. А давайте все-таки попробуем послушать, сообщать, что есть у нас звонок. Пожалуйста, добрый вечер. Коротко, ваш вопрос. Я хочу поговорить, товарища, это не мне. Да, да, говорите. Мы вас слышим. Я хочу поблагодарить товарища о той работе, которую они проводят. Угу. И хочу напомнить, у нас здесь поэт Днепропетровский, Валерий Дмитриевич Гладышев. Так вот, когда мы были на экскурсии в войсковом, обнаружили маленький холмик, и небольшую звездочку, что там похоронен солдат. И он написал великолепнейший стих, памяти об этом солдате, память существует и живет, все его помнят. Уточните, пожалуйста, уточните еще раз, пожалуйста, где эта могила? Уже, наверное, нет звонка. Очень много звонков мне сообщают, не задают в прямой эфир, передают нам. Как вас найти? У нас работает организация, наша организация представляет из двух отделений. Это одно, поезд Днепр в городе Кривом Роге, на площади Артема находится, это поезд Днепр, офис. И второе, это мы находимся, наш офис в музее имени Яворницкого, в подвальчике, небольшая комнатушечка, там наши представители находятся всегда. Есть, опять-таки, телефоны в интернете, у нас существует сайт поезднепр.ком. Так и пишется, слитно. Туда может зайти, связаться, написать запрос. Мы всегда открыты, мы абсолютно бесплатно, бескорыстно помогаем по мере своей силы и возможности всем страждущим в этом вопросе. Спасибо вам за участие, вам удачи в вашем нелегком и нужном труде. Спасибо. Я еще раз подякую нашему гостю. Мы рухаемся далее, и у другой половины выпуска у нас будут такие темы.